Всем привет, с вами Коля ТВ, и сейчас мы находимся в Доме детского творчества. 10-15 апреля фестиваль «Золотая рыбка» продолжает показ местных и иногородних спектаклей различных коллективов. И давайте посмотрим, что здесь происходит. Я считаю, нужно прекратить дело. Вот вам на величие услуг! Сударыня! Судья тоже! По делам ей! Прошу вас, успокойтесь! Сударыня, вам лучше? Какое-то заявление? Угу. Без оглядок. Отдайте челюсти на минутку. Чё? Челюсти! Ну а сегодня мы как раз пришли поддержать театральный коллектив Нарвского филиала ИВКХК Underworld. Пойдемте посмотрим, как готовятся ребята к своему спектаклю. Присутствует ли волнение перед игрой и расскажи о своих чувствах. Ну, личное волнение, конечно же, присутствует, потому что эта игра, на тебя смотрят люди, и тебе не хочется подставить тех, с кем ты играешь в этом спектакле. Почему ты играешь в театре? Театр мне позволяет выгрузить те негативные эмоции, которые у меня скопились. Это очень расслабляет духовно. Что ты можешь сказать про фестиваль «Золотая рыбка»? Насколько он популярен в городе и что он значит для тебя? Ага. Ну, на «Золотой рыбке» я только третий год, собственно, как и в этом театре. И, в принципе, учитывая, что мы бываем на многих фестивалях, у него есть главное отличие, что здесь именно есть конкурс. То есть во многих остальных фестивалях мы... Да, то есть это, знаешь, как побеждает дружба. А здесь в любом случае выбирают номинации лучших актеров, актрисы, поэтому есть стимул выложиться, чтобы все-таки получить... там какой-то определенный приз, кто-то, например, там годами к этому стремится. Получается, нет, это уже другой вопрос. Долго людей со всего мира стекались в одну шутку, дабы поклониться богине и проявиться величию дел человеческих. Шокхэм! Ну ничего, завтра твоя башка соскачет по камню. Уж на это я полюбуюсь. Суд состоится завтра или послезавтра, в тот день, когда назначу я. Тогда переизберите меня. Да. Но пока я судья, в городе будут соблюдать закон и порядок. Я должен видеть тебя и говорить с тобой. О чем же нам с тобой говорить? Как да, чё? О деньгах? Разве деньги это не тема для разговора? Кто этот безумец? Житель Эфеса, бывший базарный торговец по имени Герострат. Ты считаешь, была другая причина? Да. Уверена, он сделал это из-за несчастной любви. Ей бы хотелось видеть в Герострате благородного безумца, но он всего лишь самовлюбленный маньяк. Не надо тебе никаких указов. Люди сами вычеркнут его из своей памяти. Не дело смерти их вникать в умы слабаков. Может быть, они испытывают нас. И мы должны с честью принять это испытание. Пили. Много. Они, не я. Тихо, ты достойная женщина. Слабые не покупают такой ценой. А если... Если он мне нравится. Если я почти полюбила его. Молодец. Что? Полюбила Герострата? А твой муж знал об этом? Не твое дело. Мое дело все, что касается преступника. Бери, не бойся. Благодарю, повелитель. Ты мудр и великодушен. Софет, что ты делаешь? Ты не убьешь мне человека, бывший преступника до суда. Сам преступник. Я знаю это. Одно имя. Оно так важно для нас.